Встреча древнейших цивилизаций в египетском Люксоре впервые представили старинный китайский инструмент бяньчжун или колокольную установку. Его история насчитывает более 2000 лет. На церемонии открытия китайско-египетского года культуры из провинции Хубэй специально привезли два набора из 48 бронзовых колоколов, подвешенных в три ряда на деревянной стойке. Общая длина установки 9 метров, высота 3,5 метра, а весит она больше 4 тонн. Играют на бяньчжун обычно 5 музыкантов. Бяньчжун имеет важное значение не только в китайской, но и в мировой музыкальной истории. Его появление доказывает, что мы первыми в мире начали использовать общепринятый сегодня звукоряд в 12 полутонов. Тональная система бяньчжуна очень близка к международным стандартам. То есть 2000 с лишним лет назад у нас уже было определенное представление о высоте звука, был определенный стандарт, и отливая эти бронзовые колокола, мы выдерживали этот стандарт с поразительной точностью. То, что мы привезли сюда бяньчжун, очень символично. Для сегодняшнего мероприятия мы выбрали лейтмотив «Диалог двух цивилизаций». С одной стороны китайская, с другой египетская. И, по-моему, величественный луксорский храм с 3000-летней историей лучше всего представляет египетскую культуру. А в китайском древнем церемониале очень большое значение имела дворцовая и храмовая ритуальная музыка. И королем этой музыки, можно сказать, ее олицетворением всегда был бяньчжун. 中呢，又是中国礼。